Я анонсировал идею вот этих царапочек, которые расскажут о светлых местах в картине. Еще раз показываю, как стоит держать мастихин. Возможно, у вас другой формы мастихин, и вам будет несколько затруднительно, но постепенно приобретайте и этот мастихин, потому что этот универсал умеет все. Итак, вот мы держим мастихин. Вот указательный палец. Даже женщины с длинными ногтями при правильном держании мастихина, удобном держании, не держите его, как будто, знаете, бывает, зажимают с огромной силой. Не держите так. Не держите так, чтобы согнуть лезвие, и оно иногда становится погнутым. То есть держите твердо, но без чрезмерного напряжения. Пальцы, видите, я поджал. Что мы сейчас делаем? Мы сейчас продолжаем идею черно-белого, как бы, рисунка. Только вместо черно-белого у нас каркасный цвет данной картины. И вот мы создаем множество вот этих растений мелкими штришочками, царапками, как будто карандашиком. Таким образом, мы добиваемся того, что нам трудно совершить принципиальную какую-то погрешность в картине. Что тоже важно. Любая погрешность начинает рождать цепочку погрешностей. И в итоге мы отчаиваемся и работу начинаем вести не по технологиям, а ну как-то неуклюже и неудачно. Естественно, происходит, картина уходит в некрасивое состояние.